Мужчина спас жизнь бордоскому догу, заживо похороненному на одном из пустырей. Он заметил несчастное животное по шею, закопанное в землю, когда проходил мимо пустыря вместе со своей собакой. Педро Дини, житель Франции, тут же бросился к находке и ужаснулся. Мало того, что собака была закопана, так еще и привязали к мешку щебня, чтобы питомец наверняка не смог выбраться. Педро откопал собаку и позвонил в службу спасения животных. Ему активно помогал его собственный питомец, роя лапками землю и то и дело обнюхивая пострадавшего. Освобожденное животное находилось в шоке, а чуть позже ему диагностировали обезвоживание. Питомца доставили в ближайшую ветеринарную клинику для оказания первой помощи. Хозяина собаки нашли, им оказался парень, которому едва исполнилось 21 год. Он отказывался признаваться в содеянном и уверял, что животное сбежало, а как оно оказалось на пустыре, он не знает. Но полицейские не поверили парню и назвали его версию неправдоподобной. А ведь правда, как мог 10-летний пес с отритом сбежать из дома? По законам Франции, жестокого хозяина могут оштрафовать на 30 тысяч евро и лишить свободы на 2 года. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.